Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Realme Watch S2. И сейчас я покажу вам, как поменять время автовыключения экрана. Свайпаем вниз, открываем настройки. Далее выбираем дисплей яркость. И выбираем экранное время. И здесь можем выбрать от 5 секунд до 20 секунд. И нажимаем на галочку. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.